После этой песни год за мной гонялись представители этой конфессии Бахаи, требуя оформления наших отношений. Это уже такую песню написали, надо только оформить наши с вами отношения. Интересно, что Гитлер, пока переживается в этой религии, расстрелял еще более тщательно гитлеровцев, чем евреев и цыган. Считаю, что это самое вредное дело. Вот это попытка объединить все религии на основе общей любви. На вершине Кармель, где стоит монастырь кармелитов, у подножия, где могила пророка Ильи, где склоняются католики к небу, возносят молитвы. Евреи, качаясь, возносят молитвы свои. А золоченным куполом в синих лучах полыхают у приехавших морем и суши всегда на виду. Возвышается храм новоявленной веры Бахаи возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм новоявленной веры Бахаи возле сада цветущего трижды в году. Храм никогда я теперь не забуду, где все люди вокруг между собой в постоянном ладу одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду, и не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь вошедших ига обнимают прохладные тени, здесь там клубок цветов и изваяния животных и птиц. Окружают тебя сочетания странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружают тебя сочетания странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогоды морозов лабиринты дорожек по склонам сбегающих вниз, где над синей морской распускается отчаянная роза, и над жаркой розой недвижный парит кипарит. Мы с тобой войдем в этот сад наклоненный полога, пение тихой птиц над цветами закружится вновь, и тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, ибо Бог есть любовь, а Бог есть любовь. Спасибо.